О, всем привет, с вами Нубастер, а это Cartoon Cat. Cartoon Cat — специальный гость нашего видео, ведь вы писали много комментариев под прошлыми видосиками. И всего лишь один человек сегодня будет в этом видосике. Кому мы сегодня подарим подарок в этом видосике? Мы поедем к нему в гости, Cartoon Cat. А еще, кто писал плохие комментарии, что Cartoon Cat не существует, того знаете, кто накажет? Сейчас вам покажу. Вы будете в шоке. Смотрите, кто того накажет. Мяу! Я тебе сейчас покажу. Писать комментарии, что моего друга Cartoon Cat не бывает. Все, пойдем. Сейчас мы пойдем. У-ху-ху. Так, на мотоцикл или на... Сядем на тачку. Так, ребята. Давайте быстрее выбирать. Если сяду в машину, тогда этого кошака не будет видно. Это друг Cartoon Cat. Напоминаю, ребята, я картуном поиграю чуть-чуть попозже. А пока что я поиграю вот этим милым существом. Он кажется только милый. На самом деле он вообще крейзи. Он вообще ненормальный. Хотите, я вам покажу, что он может? Смотрите. Возьмем, да так вот. Оп. И теперь... Нам нужно, значит, ребята, давайте сначала сделаем, что мы бессмертны. Мы можем все. Супер прыжок. Смотрите, вот я вам что хотел показать. Сейчас покажу. Смотрите. Можно, значит, вот что сделать. Взяли мы все оружки, короче. Вот, допустим, у этого. Опа! Видали? Вот это да! Вот это да! Вот это паренек дает. Опа! Сейчас он тебе. Смотри, у него, ну, вообще прикол, конечно. И что, будете еще писать комментарии плохие? Будете? Будете? Смотрите, кто за вами сейчас придет. Да, ребята, за теми чуваками, кто писал плохо... У меня кот, кстати, перестал ходить. Ребята, все. Лучше вообще уберем оружие, потому что что-то он глючит. Кот глючит, смотрите. Уже никуда не хочет идти. Обалдеть. Что-то случилось с котом. Да пошли уже. Так, нужно что-то выбрать. Давайте какое-нибудь оружие выберем. Ну давай же, миленький. Давай. Ничего не хочет, ребят. Ничего не хочет кот, смотрите. Ни одно оружие. Ладно, давайте сменимся тогда на Cartoon Cat. Оп. И снова на него. Оп. Все. И теперь мы пойдем. Короче, сначала мы накажем чуваков. Да? Котик. Накажем чуваков, которые писали плохой комментарий, а? А хочешь оказаться в этом видосике? Хочешь? Тогда напиши скорее комментарий к этому видосику прямо сейчас. Поставь лайкосик и подпишись на канал, нажав на колокольчик. То есть все галочки, чтобы тебе приходило оповещение. А чё кот-то не едет? Ребята! Ну ясно. Кот, походу, не умеет управлять тачкой. Ну, кот, ну вылазь тогда. Какой кошмар. Я не знаю, почему он не хочет управлять этой машиной. Давайте сядем в другую машину. Ведь я же как-то должен доехать до чуваков, которые писали плохие комментарии. Дайте я. Мистер, выйдите из тачки. Мне нужно к чувакам ехать, которые писали плохой комментарий. О, все, поехали. Сейчас мы, кстати, найдем этого. Там кот реально рулит. Там кот реально рулит машиной. Ребят, давайте найдем мотоцикл, чтобы нашему коту было удобно дышать. Ведь в машине... Во, нашел. Я нашел. Это полицейская машина. Ой, это полицейский мотоцикл. Сейчас кот украдет. Садись быстрее. Садись, напоминаю. Это друг, значит, Cartoon Cat. Ребята, кстати, почему-то не все транспортные средства кот может управлять, не всеми транспортными средствами. Ладно, кот, давай, слазь тогда. Раз ты можешь управлять, ну давай, побежали уже. Ну, торопись, садись-то. Ой-ой-ой. Если ты так будешь себя вести, мы никогда не доедем до чуваков. Значит, напоминаю, если вы хотите оказаться в этом видосике... Все, ребят, у меня уже теперь и эта тачка едет. Давайте Cartoon Cat доедем, а потом вот этим, значит, поменяем котов. Давайте, ребят, так. Сейчас выберу Cartoon'а. Вот он наш мальчик. Вот он. И он, кстати, может сесть на все, даже на мотоцикл. Вот, смотрите. И поехать легко. А кот почему-то не хочет ехать. Ладно.
С нами Картун! И Картун сегодня накажет тех чуваков, которые писали плохие комментарии к видосику. Зря вы это делали. Ведь вы разозлили Картун Кэта. Кто писал, что сиреноголовых не существует? А? Помните? Кто писал, что не бывает СЦП и не бывает Картун Кэта? Ребята, но вы это зря. Значит, все. Картун Кэт спешит к вам. Он просто мчится. Он едет. Едет, значит, сегодня у нас будет два чувака видосики. Одного чувака мы накажем, который написал, что он написал комментарий, что сиреноголовых не бывает. И Картун Кэта тоже не бывает. Но он подписался на канал и поставил лайк. За это мы его и будем, значит. За это мы его и взяли в ролик. А если ты пишешь комментарий под видео, но ты не подписан на канал, не ставишь лайкосики, ребят, тогда я про вас не буду снимать видео. Вы должны обязательно подписаться на канал и поставить лайкосик. Умеете? Если не умеете, попросите вашу маму или вашего папу подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Да. А мы продолжаем. И сегодня у нас мало того, что... Да, я напоминаю, что мы едем сейчас наказывать одного чувака. Он вон там живет. Да, мы его будем наказывать. А будем благодарить девочку, которая написала комментарий, что сиреноголовые существуют. И Картун Кэт, я тебя обожаю, и ты существуешь. Спасибо, что ты веришь в нас. Значит, и она подписана на канал и поставила лайк. Поэтому она... Да, она еще нажала на все уведомления и поставила колокольчик. И поэтому она оказывается в видосике. Так что если вы этого не сделали, вы не будете в видосике. Как бы вы ни старались, вы не попадете в видео. Вы, если хотите попасть в видео, вы должны писать комментарий. Так что пишите комментарий. Вот. Где-то здесь живет этот мальчик. Плохой мальчик, который написал комментарий, значит, ужасный. А нет, не здесь. Здесь какие-то очень богатые живут люди. Видите, какие дома у них? Просто шикарные. А тот мальчик где-то в какой-то избе живет. Изба у него такая деревянная, в общем, и домик так себе. Вот так что, вот мы вот так вот будем искать. Давайте, ищем. Ищем. Где же здесь этот дом? Такой, так себе домик. Так. Нам бы, конечно, туда наверх как-нибудь заехать. Так, как Картун Кэту идет такая машина? Ребят, мы не туда поехали. Не туда поехали. Картун Кэту идет вообще, да, это тачка. Обалдеть, ну не тачка, то есть мотоцикл. Я как раз таки специально сел в такую мотик, чтобы, значит, легко дышалось. Вот так сделаем. Давай, давай, чуть-чуть, чуть-чуть. Успели, успели. А тут мы сможем проехать? Ну давай, миленький. Картун Кэт, ты что? Ну ты заедешь сюда? Нет, ну ты же не на такие заезжал препятствия. Что это для тебя? Ерунда полная. Давай. Ну что ты? Что ты так водишь плохо? Давай. Короче, мы почти нашли дом этого чувака. А вы что думаете? Что это не вы? Смотрите, чуть ли собачку не спили. О, смотрите. А как будет, кстати, собака реагировать на кошку? Давайте проверим. Смотрите. Сейчас выберем. Мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. Что, пес? Пес! Я сейчас тебе покажу. Еще тебе покажу. Кстати, кошка драться не хочет, видите? Она только чешется постоянно. Ну-ка, проверим, может она уже садится, нет? Оп, как забирается, отлично. Я, кстати, когда, кстати, игру начинал, ребята, у меня кошка могла ездить на мотоциклах, а сейчас не может. Давайте немножко кошечкой поиграем, потому что мы уже почти добрались до... У него там что, мотоцикл в гараже? Нет. Это мотоцикл, но он сломанный. Так, мы почти добрались до дома этого чувака. И вот он кот, который будет, значит, его царапать, кусать и еще ходить в туалет ему во дворе. Да, так мы его и накажем, чувака. Ну, здесь он точно не может жить. Это какой-то очень шикарный дом. А нам нужен какой-то такой не очень дом. Значит, смотрите, кот-то бежит-то как быстро, как машина. Обалдеть, вот. Он постоянно мяукает. Он что-то хочет.
Да, кстати, прыгать не может. Я думал, как-то коты прыгать могут. Нет, не может. Кстати, давайте посмотрим приколюшку. Смотрите, я сейчас вам покажу приколюшку. И сделаем быстрый бег вообще. Ну, давай. На него не действуют никакие чит-коды на этого кота, представляете? Никакие чит-коды на него не действуют. Кот сам по себе. Уже, кстати, темнеет, ребята. Уже темнеет, уже солнце садится. Нужно быстрее искать нам транспортное средство. Ну ладно, давайте вот хотя бы это. У нее там какая тачка, смотрите, ребята! Вау! Ее там и возьмем. Вот эту тачку. Мне она очень нравится, очень. Смотрите, здесь еще один кот. Ну что? А ну иди сюда! Еще тебе покажу! Иди сюда! Это моя территория! Слышишь? Ты что, на трамплин бежишь? Это моя территория! Ты куда? Куда она? Ребята, пропала кошка! Вон она убежала. Короче, кошки быстро бегают. Очень. Так что в этой игре мы немножко побудем кошками. Ну-ка, сможем ли мы сбить человека, если мы быстро будем бежать на него? Ничего вообще. Вообще никак не реагирует человек на... О, слушайте, собака! Быстрее убегаем! Убегаем, за нами собака! Так, садимся в тачку и едем к тому чуваку. Я думал уже... Тут, кстати, две элитные машины. Какую выберем? Вот эту, давайте, вот эту. Давай, кошак. Вот ты кошак какой беспредельный! Ничего себе! Провода там ковыряет провода! Не хочет. Ну и зачем ты тогда разбивал окно, раз ты не можешь ехать на этой машине, ребята? Напоминаю, что кошак не может всеми управлять тачками. Он какими-то может управлять, а какими-то нет. Ну-ка, проверим, вот этой тачкой он может управлять? Я не знаю, от чего это зависит и почему он не может управлять всеми машинами. Ну ладно, пойдемте дальше тогда. Мяу-мяу-мяу-мяу. Вот, давайте тогда вот эту тачку заберем. Может, на ней он может. Давайте, ребята, выходите. Мистер Котик поедет. О, мистер Котик может ехать на этой тачке. Отлично. А ну, посторонись, мистер Котик едет наказывать чувака, который писал плохой комментарий. Видосику, ребят, в этом районе столько кошек. Так, да хватит мяукать тебе уже. О, спасибо. Кот перестал. Опять. Тихо. Да не мяукай ты, сейчас на картуна переключусь. Вот еще пять раз мяукнешь и точно переключусь на картуна. Раз. Считаем, сколько раз он мяукнет. Два. Еще все? Всю тачку нам угробил. Кошмар. Три. Парень, еще два раза, не шути так. Ну ладно. Можешь мяукать, потому что мы уже приехали. Ну где ты там? Ну сейчас не время спать. Ё-моё. О, все, наконец-таки это он понял, что надо нам действовать. Так. Ну здравствуйте. Здравствуйте. А думаешь, что это обычная кошка? Это не обычная кошка. Кстати, у меня проблема, у меня кот-то не умеет прыгать. Как я заберусь в этот дом? В общем, вот здесь живет чувак, который, знаешь, писал уже. Вот он, тихо, вот он, ребята. Это, оказывается, не мальчик. Я думал, это мальчик, а это, короче, дядька. Представляете? Дядька, который писал плохой комментарий. Что у меня есть, без пистолета. Сейчас мы его напугаем выстрелом. Он не может стрелять. Нет патронов. Ноль патронов. И все. Ладно, вызываем картуна. Картун! Давай, действуй! Звать действуй. Он не верил в картуна. Он прыгает в бассейн. Оп! Ой, я позорился, я промахнулся. Ну иди сюда! Иди сюда! Ну-ка, стой! Ты чё, писал плохой комментарий под моим видосиком? Что картуна не бывает? Ну ты сейчас попадешь. Ты знаешь, как ты попал? Я Cartoon Cat.
Я Картун Кэт. Ты что, полицию вызвал? А ну-ка, сейчас тебе покажу. Я, смотри, что могу. Я просто мега-супер-кот. Иди сюда. Ты куда пошел? Ну тогда я знаешь, как тебя накажу? Мало того, что ты испуган, ты напуган, так я еще и тачку твою украду. Вот, ребят, все. Чувак наказан. Мы у него заберем машину. О, полиция, ребята. Полиция, уезжаем. Уезжаем, давай, Картуш. Картун, давай быстрее. У-ху! Ничего, такая тачка. Я придумал, что я сделаю. Ребят, мы вот что сделаем. Мы, значит, вау, вот эта тачка. Мы с Картуном, значит, вау-вау-вау-вау. Поедем и эту тачку подарим девочке, которая написала комментарий хороший. Но если мы найдем машину более девчачью, там розовую, то мы пересядем на нее и подарим девочке, которая написала хороший комментарий к видосику, что она верит в сиреноголовых и в Картуна. Что Картун бывает. Смотрите, какой я гонщик. Ой, я накаркал, ребят, я уже не гонщик. Что ты пиликаешь там? Я сейчас тебе покажу, пиликать Картуну. Так. Вау, супер-мега-тачка! Копы, 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 копы! Давайте, догоните! Ладно, копы нас пытаются догнать, но это нам не помешает, значит, мы почти уже приехали. Почти приехали. Вон туда нам надо, в ту сторону. За мной копы гоняются, уже надоели. Что, может, вылезти им надавать? Может, они все мне миссию испортят. Наказать нарушителей! Миссия выполнена. Нарушитель наказан. Тачку украли и напугали. Миссия номер два. Отблагодарить чувака. Из комментариев. Он поставил лайк. Он написал комментарий. И подписался на канал, нажав на все колокольчики. Ой, на один колокольчик, но на все галочки. Ребят, смотрите, уже поздно. Поздно. Нужно срочно... А, это, кстати, хорошо. Потому что в это время все мои подписчики уже дома. Они уже пришли со школы. Оу. Где я, мама? Да копаю, что вам надо? Я же бессмертие включил. Видите, что вы сделали? Аварию! Ладно, давайте. Тачка еще пока что работает. У-у-у, тачка просто огонь, да, ребят, скажите? Просто бомба. Вау, на такой бы летом погонять. У-ху! Вау, круто, ребята, просто класс. Напоминаю, ребята, скоро будет новый видосик. Хотите попасть в видосик? Ну вот правда, что я за вами буду гоняться. Или вам дарить подарки, видосики. И ваш комментарий, чтобы оказался в видосике. Хотите? Тогда подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите комментарий прямо сейчас под этим видосиком. Но досмотрите видео до конца. Ведь мы еще не доехали до девочки, которую отблагодарим. Ребята, так. Вот уже наступила ночь. И копы нам не дают покоя. И, кстати, в темноте копов хорошо видно. Нам нужно, кстати, сменить тачку. Наша тачка уже требует прокачки. Я знаю, что мы сделаем. По стариночке воспользуемся скриптом. Значит... Ага! Коп-то туда улетел. И куда поехал коп? Ну ничего себе, коп уехал есть укроп. Вот это да! Вот это да! Так. Чё-то я пока не вижу машину розовую, чтобы подарить ее девочке. Кстати, ребята, какие вы бы хотели подарки за место машины? Например, девочки. Что любят девочки? Девочки сидят в ТикТоке. Что им получается? Крутой телефон с крутой камерой, чтобы они снимали видос для ТикТока, да? Ну окей, как вариант. Потом некоторые девочки любят куклы Барби и куклы Лол. Точно? Точно. И, а, ну, в принципе, я думаю, что лучше телефон, да, подарить прикольный, с камерой крутой и мощный, какой-нибудь iPhone, да? Чтобы, потому что они могут не только видео смотреть, но еще и играть в игры! Да-да-да, Roblox, там, и GTA, и Minecraft. Вы сможете играть на телефоне, так что да. В следующий раз другой девочке я подарю... Значит, я подарю ей... Телефон. А какой напишите, напиши мне, девочка, какой телефон тебе подарить в следующем видосике. Но если ты, правда, напишешь комментарий,
Но если вы не написали комментарий, вы не окажетесь в видосике и не получите никакого телефона. Так что пишите скорее комментарий и ставьте лайкосик. И обязательно подпишитесь на канал, ребят, если не умеете подписываться на канал, попросите родителей. Ой! Видите, Картун даже научился на машине кататься. Даже кот научился кататься на машине. Вот такие вот дела. Ау! Ну как научился? Ну почти научился. Почти научился, в общем, кот кататься на машине. Садись в свою тачку, ты что сделал? Да, ребят, я думаю, что правда, если кота посадить за руль, вот он такое вытворит с машины. Видите, что происходит? Вот это да! Тревор Хендерсон был бы в шоке от тебя, Картун. Вообще! Сиреноголовый вообще от тебя в шоке. У меня сиреноголовые видосики и то лучше катались. Давайте вот этот мотик возьмем. Давай, ребят. Ну-ка, соскакивай с мотика. Ты чё там? А ну-ка, слезь. Мой. О, деньги мне еще. Смотрите, деньги мне дал. Садимся. Надо отъехать немного. Он уснул. Ничего себе, спит уже. Ну, конечно, уже темно наступило. Я ему помог, получается. Он уже был устал и уснул. Спасибо за мотик. Когда проснешься, можешь взять мою тачку. Смотрите, какой мотик, ребята. Как он идет к Картуну. А давайте попробуем... На кота поменять. Так. Садись. Опа. Погнали. У-у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 -
ребят, я в шоке, смотрите, у-у-у! За котом просто погоня! А-а-а, Cartoon Cat, помоги мне! Вау! От нас отстали полицейские ребята, и мы направляемся к девочке, чтобы, значит, подарить ей этот мотоцикл. Ведь она написала комментарий, подписалась на канал. И... поставила. Слышите, кот мяукает? Он сказал, она поставила лайк! Лайк! Лайк, 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 лайк! Я не уверен, кот! Прикинь! Что такое? Всем привет, еду мастера! Ладно, все понятно, кот, давай, ищи свой мотик, вот твой мотик. Бери быстрей, быстрей, гони отсюда, вау! Вау-вау-вау! Все. Ах вы полицейские, прокололи нам колеса. Ну зря вы это сделали, знаете почему? Потому что у меня колесо уже надулось, видите? Накачал я колесо. Быстрее уезжаем, ребята! Кстати, ночь мне уже надоела. Давайте сделаем день. Так, день. Нет, меня сейчас арестуют, ребята, быстрее делаем. День. Кок Паус, быстрее. Быстрее, садимся. Что ты, коп, меня стреляешь? Пока, коп. Да ты что? У меня уже мотик дымится, сейчас взорвется. Сейчас мотик взорвется у кота, смотрите, просто жесть, ребята. Кот едет на грани, он на грани. Сейчас взорвется. Мы же не можем приехать к девочке с таким мотоциклом. Может, вон тот новый мотик взять? Смотрите, гонка. Гонка между мотоциклами. Кто вперед, кот или человек? Но если еще раз врежусь куда-нибудь, все, мне крышка. Нужно быстрее тачку починить. Пока не врезался, быстрее. Вау, кот опять! Опять за свои делишки. Ну, кот, беги быстрее. Уворачивайся от пуль. Куда он стреляет? Он в шоке, он не видит. Как ты посмел в котика стрельнуть? В котика стрельнуть. Представляете, ребят? Опа! Но это не котик, это мега-супер-котик. Так что ему не страшны ни пули, ни дедули, ни бабули. Он вообще просто ненормальный. Оп, оп, обманул тебя, коп. Что ты мне врезался из-за тебя, коп? Что ты мне сделал? Ой-ой-ой. Ты кота расстроил, коп. Вообще, смотрите, что с ним. Что такое? Что? Вот он наш мотик. Садись. Ну садись быстрее на мотоцикл! Садись! Давай! Что такое? Тебя подстрелили, дружок! Нам нужно менять транспортное средство. Нас тут копы обстреливают. Быстрее убегай! Я не могу вылезти отсюда! Я не могу еще перепрыгнуть! Ой-ой-ой! Пропустите котика!
Я застрял, мне теперь придется все оббегать. Нет, это мучительно. Ну вот, мы почти оббежали. Идемте сюда. Так что ты все мяукаешь. Ой-ой-ой, ты не вовремя. Быстрее, быстрее, сейчас тебя машина собьет. Быстрее беги. Перебегаем под дорогу. Кот, быстрее, сейчас тебя машина собьет. Давай, все, меняемся на картуна, потому что ты ненормальный какой-то. О, там тачка крутая. Все, сейчас на картуна сменимся. Картун, давай в действие, в дело. Беги. Беги, картун! Вот, супер тачка, супер-супер тачка. Взорви сначала вот эту заправку, она меня раздражает. Давай. И... Ну, что, не можешь? Что такое? Не может. Нужно сделать супер оружие. Да. Супер оружие. Я не помню. Вот, по-моему, вот это. Давайте попробуем. Ну, сможет? Нет? Ладно. Оружие. Значит, нам нужно без перезарядки и... взрывные. Взрывные. Во! Что, не работает? Ничего не взрывается? Ребята, секундочку. Непорядок. Какой-то. Ну-ка, а сейчас? Короче, ребят, ничего не работает. Там пока что я это все выделывал. Коп зашкерился за тачкой. Вау, мы угнали тачку. Он мне проколол колесо. Нет, все нормально. Значит, девочки, мы либо подарим это... Колесо проткнули. Вау! Колесо проткнули. Кошмар. Девочка живет просто за 10 земель. Ой. Как вы далеко живете от Нубастера? Мне приходится до вас ехать очень долго. Cartoon Cat уже замотался. Но ничего, ему нравится кататься, так что, в принципе... Видите, какой он гонщик нелегальный? Он любит это. Он любит кататься. Уау, ему понравилось. Он уже освоил все техники вождения. И сейчас он уже знает, что надо ехать на этом движении, потому что машины здесь едут в эту сторону. Ладно, направляемся к девочке, и мы ей подарим Порше. Вот эту машину. Знаете, сколько эта машина стоит? Вы хоть знаете, Порше сколько стоит? Смотрите, как она, какая у нее скорость. Ну, подумаешь, стекло разбито, но мы его починим. Эта машина стоит 5 миллионов рублей. Представляете? Так что, девочка, если ты заходишь, можешь продать эту машину и купить себе квартиру, не знаю, или новую машину. Это, представляешь, 5 миллионов рублей. Это Порше стоит, мы подарим девочке. Но сейчас мы разбили стекло, она стоит, например, на 500 тысяч уже дешевле. Вау! Видите, что вытворяет? Это что такое? Хулиганы? Хулиганы! Не хулиганьте больше! Вау, вообще беспредел какой-то происходит. Ладно, давайте сменим видок и посмотрим, что мы там натворили. Не видно. Ладно, за нами, значит, едут... Что мы можем сделать? Что мы можем сделать с нашей машиной? Мы можем ее починить, покрасить, что-то сделать и здесь, и здесь. Ну, ничего не поменялось. Я вроде все понажимал. Ничего не... Мы можем, кстати, сделать очень смешную вещь. Хотите, я вам покажу? Смотрите. Мы можем сделать вот так. Все, меня арестовали, ребята. Всем пока, с вами был Нубастер. Попались, мы попались. Во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня боятся все районы. Сколько у меня голов, читай. Я ленив, так что сам давай. Голов все хотят кушать, никому не хотят слушать. Губы что делать не знают, и поэтому убегают. Я считаю до 20, поставь лайк или беги. О-о-о, я многоголовый. О-о-о, я на все готовый. О-о-о.
я многоголовый. Я на все готовый. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Я во мне пчеловод, я многоголовый. Из головы главный я, меня поют все районы. Подпишись на канал, чувак. Поставь лайк, поставь лайк, и я улыбнусь. Можешь написать мне комментарий. Но если не умеешь писать, просто ставь лайк. Подпишись, друг, подпишись, подруга. Подпишитесь вместе на мой канал.